Значит, они забрали 20 баксов и старые часы? Мистер Мэнсел, вы хотя бы замахнулись? Нет. Ты мог ее вырубить, пап. Говорят, вчера ночью у вас было весело. Вот бы они в мой дом залезли. И чё ж ты ее не вырубил? Я пытался свести ущерб к минимуму. Ну и как получилось? Как ты? Я смотрю, не очень. Я долго себя сдерживал. Но теперь все рвется наружу. Ты чё еще здесь, дедушка? Вам пиздец. Безумный выдался денек. Заметно. 12 лет я работал на очень опасных людей. Так, все в подвал. Что происходит? И не вызывай 911. Таких, как я, называли аудиторами. И если ты видел меня у своего порога, жить тебе оставалось недолго. Но я бросил все ради семьи. Эй, эй! Возможно, я слегка перестарался. Когда ты исчез, за тобой остался неоплаченный должок. И твой кредитор теперь знает о твоем воскрешении. Они пришли за моей семьей. Они украли мой браслет с котиком. Только дернись, блядь! Оно быстро вернул браслет с котиком! Херово выглядишь, пап. Это ты остальных не видел. Ты кто, блядь, такой? Я? Я никто.